5000 ярких воздушных змеев парят над островом Фанё у юго-западного побережья датского полуострова Ютландия. Постоянные сильные ветры с Северного моря превратили это место в рай для любителей запускать летающие конструкции. На международный фестиваль съезжаются гости со всего мира. Обычно погода к нам благосклонна. Иногда дует слишком сильно, но мы научимся с этим справляться. Это место самое лучшее, и ехать не нужно слишком далеко. Я живу в 150 километрах отсюда. Люди приезжают со всего мира. Это захватывающее событие. В этом году китайские мастера показывают, как делать воздушных змеев из бамбука. Они также учат людей ими управлять. Фестиваль проходит на Фанё ежегодно в июне. На острове живут всего 3000 человек, и каждый год сюда приезжает 30 000 туристов. Их привлекает красота местной природы.